сегодня, значит, проходит практическая тренировка, уже наработка налета часов операторами. Значит, сегодня вот на стадионе «Динамо» тренируются два вида, опять же, эксплуатационных аппаратов. Операторы «Фантомов» и операторы «Эксплорера». Применение данных летательных аппаратов – это разведка зон чрезвычайной ситуации, это может быть как разведка ландшафтных пожаров, это разведка зоны подтопления, наводнения, паводка. То есть это можно летать над степью, можно летать над оврагами, над реками, над озерами. Ну, то есть везде, где возможно чрезвычайная ситуация, связанная с ландшафтными пожарами, с подтоплениями, с угрозами подтопления, с затоплением мостов, дорог и так далее и тому подобное. То есть везде это применимо. Также применимо на пожар в городской черте. То есть это если крупные пожары, там, например, там, в частном секторе, когда там усиление ветра, плотная застройка, горит много домов, можно запустить беспилотник, посмотреть, куда распространяется пожар, как он движется. И то есть на этих направлениях уже сосредоточено необходимое количество сил и средств. Сейчас вот операторы обучаются, в завтрашний день они проходят последние практические навыки применения беспилотных летательных аппаратов. И с послезавтрашнего дня они могут уже смело управлять этими беспилотными аппаратами в зоне чрезвычайной ситуации.